Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале SoberVision. И сегодня мы будем использовать наших муравьев в качестве оракул. Они будут определять, кто победит в матче Россия-Хорватия 1/4 финала. Наша команда нежданно-негаданно вышла в 1/4. И сейчас мы посмотрим, какая из команд победит. Для этого мы возьмем два флага. Флаг России и флаг Хорватии. И положим их вот сюда вот на белый листок бумаги. Теперь я возьму муравья, возьму я Мирмикарию СП, мы ее возьмем на кисточку и положим кисточку посередине флагов. На какой флаг первый муравей заползет, та команда у нас и победит. Давайте попробуем. Так, подцепил муравья и теперь кладу кисточку посередине флагов. Так, так. Ну давай, 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 на Россию, беги на Россию! Так, пока ни до какого флага он не коснулся, пока никакого флага не коснулся муравей, исследует ту кисточку, на которой мы его зацепили. Сейчас посмотрим, на какой первый флаг муравей заползет. Блин, повернул от России, ну что ты делаешь? И нет, Хорватии не коснулся, не коснулся Хорватии. Пока муравей не может сообразить ничего, куда он попал. Так, 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 давай, давай, ближе к России подползай. Начинает исследовать ближайшее пространство. Ну-ка, есть! Есть, ребята! Муравей на России! Муравей прополз первый по флагу России! Это значит, что наша команда должна сегодня обязательно победить. Матч сегодня будет в 21 час по Москве. Будем все смотреть, болеть за наших ребят. Даже муравьи с нами, муравьи поддерживают именно нашу команду. Ну, посмотрим, насколько наш оракул оказался прав. И результат уже ближе к 11 мы с вами узнаем. Вот такое сегодня было небольшое, короткое видео. Спасибо, что посмотрели это видео. В ближайшее время будем открывать вход, дополнительный модуль открывать как раз-таки у Мирмикарии. Дальше у нас еще Флауса тоже, то же самое. Вот. Ну и покормим филахов тараканами. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребята.